Ярослав – самый младший финалист конкурса «Праздник детства», который организовала компания «Восток-Цемент». Участники – талантливые дети сотрудников заводов цементного холдинга из Приморья, Якутии и Еврейской автономной области. «Восток-Цемент» ежегодно старается порадовать молодое поколение в День защиты детей, поэтому 1 июня был объявлен старт творческого мероприятия. На самом деле мы хотели подарить праздник детям. Мы хотели показать, что мы не только заботимся о своих сотрудниках, которых у нас все-таки в компании 5000 человек, то есть, а также помним о каждом их ребенке, о семьях, и пусть радостно будет всем. В течение месяца на заводах компании «Восток-Цемент» проходили отборочные туры среди детей, которые поют, танцуют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах. В финал вышли самые яркие номера. 10 талантливых девчонок и мальчишек выступили перед жюри во Владивостоке, а поддерживали ребят их родители. Сегодня нас дети порадовали, и оригинальные, и профессиональные выступления были. И очень приятно было сегодня наблюдать за оригинальным выступлением прямиком из Якутии. К нам прилетела девочка и играла на варгане. Очень здорово, необычно. Дедушка Кристины работает на заводе «Якутцемент». Он и предложил внучке поучаствовать в конкурсе. В Владивосток девочка приехала с бабушкой. Все расходы оплатила компания. А мы ни один конкурс не пропускаем никогда. Везде всегда участвуем. Я уже, наверное, 3 или 2 года играю на хамусе. Почему выбрала такой? Ну, потому что хамус лечебный, и это очень интересно играть на нем. И очень полезно. После выступления финалистов жюри посовещалось и выбрало 3 лауреатов первой степени в номинациях «Танец», «Вокал», «Чтение стихов». Лучшими стали Вероника Попова из Владивостока, Владимир Нинашев из Теплоозерска и Милана Сукманова из Спасска Дальнего. Я захотела здесь участвовать только из-за папы. Хотелось порадовать его. Мне мама говорила, что я хорошо учу и быстро учу все стихи. Вот. Но я не ожидал, что я настолько хорошо все выполню, что я даже 1 место займу. Сначала подумала и думаю, что это будет клево, и решила пойти. 2-е, 3-е место. 1-е я не ожидала просто. Всех участников конкурса «Праздник детства» компания «Восток-Цемент» отметила приятными подарками. Победители получили дипломы первой степени и современные гаджеты. А самое главное, взрослые дети зарядились позитивными эмоциями. Алина Черненко, Анастасия Лихман. Новости на 8-м.